Напомним, что торговый центр «Европейский» в 90-е годы стал первым в Нефтекамске магазином нового образца, местом, где люди могли выбрать любые товары самостоятельно, не дожидаясь помощи из-за прилавка. Спустя много лет к услугам покупателей вновь открыты 3 этажа торговых площадей. На них уже разместились отделы с модной женской и мужской одеждой, детскими товарами, различными аксессуарами для нефтекамских модниц и товарами для дома. В ближайшее время также ожидается открытие и сетевого продуктового супермаркета на первом этаже здания. Приходите и убедитесь, в торговом центре есть много интересного.